В целом, за первое полугодие 2024 года существенных осложнений оперативной обстановки на территории Гомельской области не произошло. По результатам работы снижено количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически на 12%. Так само супрацовниками правоохранных органов было установлено больше особ, которые учинили экономичные злочинства. Узросла выниковость у сферы предухиления киберзлочинства. Одним из главных факторов является снижение количества подлетков, притягнутых до криминальной отказности за сбыт наркотиков 16 до 4 человек. Правоохранными органами протягивается эффективная работа по предухилению супрацьзаконной деятельности.